ребенка в потоке прохожих. Не надо, мамаша, не надо, мадам. Он вряд ли закроет веселую рожу, когда кувыркнувшись окажется там. Его запинают мордатые люди, как некогда Ирод младенца в пинах. И будет дитя, как котлета на блюде, дитя, не дитя, а сплошной криминал. И будет невъясно, где лазит, где пальчик, не носит, не ротит, где это, где то. Девочка или же мальчик шевелится мокром от крови пальто.